двигатель 3,2 бензиновый, 238 лошадиных сил. Автоматическая коробка передач. Полный привод. Машина 2008 года выпуска. Ремонт кондиционера. Машиной я владел недавно, машинка досталась в очень идеальном состоянии. Но машина с севера, кондиционер не работает как положено, то дует, то нет. Перезаправил не помогло, диагностировали ребята и сказали, что, скорее всего, умер клапан на компрессоре. Я не стал ждать и перепроверять, так как у нас на улице днем плюс 40. Купил новый, какой был. И погнал менять, откачали фреон и заменили его. Замена — одно удовольствие. Ну и начали заправлять. Я честно прям дрожал, кстати, заправлять как? Надо приподнимать жабо. Машина досталась мне с сетками на переднем бампере вместо решеток. Очень бесило. Наконец-то дошли руки, и сегодня весь день уделил Вольвочке и взбодрил ее. Туманки на полировку и под лак. Потому что соты большие и камушки могут навредить. Также снял и вычухал фаркоп и покрасил его. Замена ГРМ. Была произведена замена ГРМ вместе со всем сопутствующим: ролики, помпа, ремень, антифриз, масло, фильтры. По факту цепь была в норме, но зато теперь надолго можно забыть. Все запчасти оригинал.
По мотору теперь вообще никаких вопросов нет. Также верхняя подушка мотора заменена на оригинал. Полная переборка, автоматическая коробка передач. Проблем с работой автоматическая коробка передач не было, но масло было черное, хотя и свежее. Решено было перебрать. Опять же, я в этом не соображаю, исходя из советов и рекомендаций. Заменили все фрикционные, перебрали гидроблок, что еще точно сказать не могу, к сожалению. Запчасти все строго оригинал. Могу сказать одно, работает теперь или стоит передачи просто идеально. Также замеряли температуру масла на горячую в жаркую погоду, пришли к выводу, что дополнительный радиатор не нужен. Были мысли его поставить. Теперь красота. Ремонт задней подвески. Был снят подрамник, помыт, покрашен и заменены все сайлент-блоки на оригинал. Чистка бака и замена сетки. Сняли бак, мусора было немного, а вот сетка забита была. Заменили все. Переборка, чистка зеркал. Это уже от нечего делать, но как оказалось не зря, полностью сняли, разобрали зеркало. Все очистили, смазали и собрали. Тонировка. Все. Теперь она выглядит так, как я хотел и какой я ее видел, заклеил передние двери. Может быть, еще надпись сделаю кросс-контри. Вид снизу. Как и обычно, раз в месяц загнал машинку на осмотр и диагностику. Все посмотрели, пощупали, полазили, покрутили, все ништяк. Ну и вид снизу,